В 12 лет он настоящий человек-оркестр. Клавиши под его пальцами отдают звуками скрипки и переливами флейты. Взмахом руки он переходит на гитару и барабаны. Михаил играет на синтезаторе 6 лет, фактически полжизни. Вместе с преподавателем подбирает аранжировки так, чтобы классические мелодии на одном инструменте звучали, будто на сцене десятки музыкантов. «Карнавал животных Сен-Санса» – любимое произведение Михаила. С ним он сорвал овации на Дельфийских играх в Москве. В своей номинации «Электронные клавишные» стал первым. К соревнованиям мальчик готовился полгода. Сначала занимался с учителями, а потом дома, когда они мне давали свои советы, я отрабатывал 2 часа. Ну, иногда больше. Работал сам. И все, каждый пассаж все отрабатывал. Эмоции переполняли, естественно. Это же так престижно – завоевать медаль золотую на Дельфийских играх. Даже диплом уже престижно, а золотая медаль – это вообще. Дельфийские игры – это всероссийский конкурс для юных музыкантов и актеров. В этом году они прошли в Свердловской области. Делегация тульских музыкантов заняла в общекомандном зачете призовое 5-е место. 2 тамбристов – Михаила, исполнявшего мелодии на синтезаторе, и фольклорный ансамбль «Вереница» – жюри отметило высшими наградами – золотыми медалями. Виртуозно перебирать струны домра ребята учились на инструментах, которые школе подарил Алексей Дюмин. Это было в начале года. Сегодня губернатор пришел сюда во второй раз. Теперь, чтобы поздравить музыкантов с победой. То, что вы делаете, это формирует наш, скажем, такой имидж Тульской области по всем фронтам, по всем направлениям. И большая заслуга, конечно, это тех творческих коллективов, тех музыкальных школ, которые представлены на этих играх. И мы гордимся вами. Мы гордимся вами, говорим вам большое спасибо. С 1 сентября в школе имени Райхеля начнет работать Центр по подготовке одаренных детей. Вести семинары и лекции там будут российские музыканты. Во время беседы звучат фамилии Гергиев, Башмет. Алексей Дюмин обещает оказать руководству школы всестороннюю поддержку. Главное, чтобы для ребят победа на Дельфийских играх стала наградой престижной, но не самой высокой. Анна Степанова, Вадим Рыженков, 1 Тульский.